Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в моето родно село Будей. Селото е уникално с това, че името му е молдовско, а населението е многонационално. Заселването на тази територия отразява част от многовековната история на нашата страна. А историята на село Будей започва в началото на 19 век. Будейюл есть он сад кого шикари, нич пря миг, ши нич пря мари, а ши зад инти трей районе, Вулканешт, Кагул, Шинтараклия, Шантинс, Будейюл, Глия. Будейюл есть он сад нич пря мари, нич пря миг, дин трей перцел катуит. Прима партия е Будейюл век, партия дова и Карбалия новы, партия трея стремушаска и махала булгаряска. Satul are pe o goare ape dulci din trei izvoare, prin trei văi curgând la vale. Satul nu e prea vestit, cum popor cam năcăjit, dar nu găsești tu prin prejur sat cu 13 națiuni. Noul primar ne-a îndemnat, lăsați-vă de certat, noi primar am ascultat, am uitat noi de certat, trăim cu înțelepciune, nu ne certăm, e o minune. Omul, indiferent unde trăiește, că ulița păcii pe noi ne unește. Селото е интересно преди всичко със своята история. В резултат на преселването на народи в празни земи на Буджак, Будей се е образувало като многонационално село с 5 основни националности, с приблизително равен процент жители – молдовани, украинцы, българи, руснаци, гагаузи. Според легендата, първият заселник е унгарец на име Буда. Затова селото е наречено Будей. Първите заселници са заели горната част. Днес тя се нарича Стария Будей. Когда пошло вольное поселение за счет разрешения Екатерины II, переселенцы первыми пришли сюда русские казаки и украинские казаки. И они заселились именно вот центр села, тут был водоем, а выше чуть были источники, богатейшие источники. И они поселились там вдоль, возле этих источников воды, потому что они занимались тоже скотоводством, животноводством, и им надо было вода. И по летописи есть такое слово, есть баба Оленина, рыба, и есть Диденко, рыба. А почему? Потому что там были богатейшие источники. И по сей день эти источники существуют и очень богаты водой. Первые пришли с России эти Красновы, Диденко, Милентьевы, Дьяченко, потом Миличенко. Вот они вот сюда пришли с России, русской части. А с Запорожской сечи украинцы, казаки пришли уже Швиченки, чалаки, русские чалаки. Потом пришло переселение, произошло этих русских подкалюки, димовы. Географското разположение на селото сред хълмови и гори с много водоисточници привлича и други националности да се приселят. Спустились в свое время тоже молдавские бессарабы с... Вот еще когда Будда тут занимался скотоводством, вот тут еще орудовали на этой земле. Молдавские бессарабы тоже занимались скотоводством. И они тоже заселялись в этом. Поэтому село Будей так расположено. При въезде с юга сюда в село называется Болгарская улица, до центра села. От центра села вверх, в сторону, будем говорить, запада, называлась Голопузевка. Население в основном русских украинцев. От центра села в сторону севера шли бессарабские молдаване, потом дальше шли новые русские, потому что они подселились уже после революции, и за заключение жили гагаузы, новые карбули называлось. Голопузовка, потому что украинские эти казаки, они, во-первых, летний период работают, все и потеют.
И они по пояс все время раздеты, чтобы меньше пачкать одежду. И ходили все время, с 6 утра вставали и до поздна вечером ходили голые по пояс. А болгары, этот совсем другой, у них совсем другие нравы. У бессарабов молдавских совсем другие нравы. И они говорили все время, вот, снова эти голопузівки встала, ходят. Болгарці їдватва в будей основну от українську ту село Чиїши, Днесугородне, Болградський район, вав началту на 20 век, і сі заселват вав новата час на селту от Ким Мусаїд. Зада покажем, че вав селту не сам живеет Болгарі, но і грижливу пазят свою ту культурну наследству, што пустим кыштата на семейству Бугоєві. Ты скажешь, тебя построено пудар 30-ти гудини. С векарми бя руден 32-та гудина. Вот и дудей, иначе надо обустроивать тукае на твое место. Купя планы, обустроились. Тебя три брата, и вот два-то брата установ огородная, то установ тука. И очень маленькая сестра. Дяду ту проживя 91,5 гудина. Вот, без мамы той проживя 16 гудини. В 1949 година, в октябрь месяце, тиса у женя. Готень-то фотография жених и невеста. А у те стерна теня старший син, посредете, значит, на негуфта майка на свекарми, негуфта майка. А вот крайна-то тва негувя башта. В той руден 1901 година. Соседи те даже буквально недавно мне казачи, такие вобя дяду не с векрами, а дяду с баба в гармонии живяси, очень ти убичаси, помога, си такого ти очень дружная бя семья, очень много на тях им помога братята, да состроят и дни у там, други у тука. Во время войны-то ти тоже дружно сильно живя, а и тука е бя тати ми казва свекарми, ми каза, че тука бя штаб. Ти живя там фафуне каща, а тука ти бя теня штаб. Ну, наверное, те румынец бя. И кво разказва, има там нечто подслушать, че кунети же собират, то и уди на някой тихарям, там им казва да ги крет, да ги скриват, че же собират животное. Сега тука никой не живей. Не живей, ну как-то 9 месяцев это е, никой не живей. Но устану васеньку, ай тука е. Внуки ти разъедяся, ну няма кой. Село ту вымирава, няма кой доживей. У нас друга кэшта, ти има 3 сына, но 3 ти сына, ти тоже геняма сега со с нас. И на каждый ти помага да строят 3 кэшти. И тень-то обустраивая, и помогая да состроить на сыну вете. Мария Катубулка на руде Бугоеве смята за свой отдел, да поддержа тази кышта. Во футдел на стая тяя подрядила дрехтина баба Оля и свекырва Ирина, които сышту такая научили да создава рычну домашнего краса. Та рокла тя бя щита още от баба Оля на свекарми от майкаму. Щита вручную, ткань синку текану со срацети и фартити щити от тях. А това полотенце бя направено от бабата, то предназначено било за боярини, за девери, гату на свадбата, одище да колесуваще ората, приглашаваще на свадбите. Крючока бабата плетище рукавички, носочки там плетище, а бусите тоже на бабата тяги обличают, това още устана от нея. А на кревете сиди мисал. Мисал тва гату одяхми, одя прикумувти на празднице, на Паскале, там одя загева каравая, там коту има на кравая, вот загева ти со стоа мисал. Кили мити ти плачета тати, тека ги сами, има стан, има даже устана ватали устана тука е, и сами свои праве, парцали коса и праве. А тука е има още турбе, как тя турбе, или са называва, не знам,
мама ми каза тей, чи мама, кво е това нещо? Тя ми каза тей, това като удихме на сватба, раньше пари нямаше и ми зерно, туряхме едно казанче зерно и удихме да поздравляваме младите. Ето още една къща на семейство Богоеви на големият им син Василий. Тя е построена през 70-те години на миналия век. Има много стаи, но уви днес никой не ги ползва. Забележете обаче колко добре са поддържани и как са запазили духа на онова време. Той мазие се оженихме, доведе дома до тях в 73-та година и каза тъй. Повече по-руски да не чувам. Съдя на български. С децата по-руски смели на български. Я тъй шалах. А ел, какво да права? Трябва да починявам се. А дома с родители на какъв език вие приказвахте? На руски, на хохольски, украински, молдавски родителите. Двамата. От Сакаленкови ни. От гато, млади години гато са жених, моите зестри, бяха това, моите още зестри. И вишивки, и рамки я го вибивах. И ших, нашивах, рамки с игличка. Сетни с ножнички резах, ми ти стават пърпави. Толкова имате стаи, подредени, на кого ще остане? На децата, аз знам. За остава всичко на тях. Две девочки. Ирина и Анушка. Всяка една стая е направена като музейна. Там, как успявате да го пазите, да го съхранявате всичко? Тъй, да крахмалиш, да переш. А то и работа. Няма да не крахмалиш, да переш, няма да бъде тъй. Вие сама ли го правихте? Да. Две ръци. Никой не помага. Защото всички заняти. 72 години. Ну, спасибо на Бога и вам здраве. Давайте. Историята на възникването на село Буде е свързано с заселването на отделни народи и приплитането на различни култури и езици. Кой е най-добрият начин да научиш историята на селото? През историята на семейството. Бащиното ми име е от украински происход и това е едно от първите семейства, заселили това село преди 2 века. В моето семейство едновременно се приплитат 3 националности – украинци, българи и руснаци. Майка ми е чиста българка от рода Дончеви-Семкови, а татко е със смесени корени. Благодарение на факта, че баба му Евгения доживяла до дълбока старост, тя му и разказала историята на семейството си. Моя бабушка, она из старовер, русских старовер. И в свое время они не приняли Новый Завет, а служили Старому Завету. А в те времена церковь тоже преследовала тех, которые, будем говорить, не подчинялись Новому Завету. Ну, в связи с тем, что они ушли из центра России в Сибирь, и из Сибири, когда Екатерина разрешила, они пришли сюда. Моя прабабушка со своими дочерями, 3 дочки, по фамилии Красновы, поселились здесь, на этих землях. Это было где-то в 1860-х годах. Дед Легор, Швеченко фамилия, их семейство появилось рядом в селе Мусаид, 1850-х годах, даже чуть раньше, 1840-х годах. В семье Швеченко их было 9 человек, 6 мужиков и 3 дочки. Значит, дед был 6-й по списку близнец, а отец были старше все. Дед с братом-близнецом служили в армии русской, потом уже когда переселились сюда. Так а откуда они переселились? Вообще дед переселился с Запорожской Сечи. И так дед Легор остался, не дед, а прадед мой остался тут. И их 3 брата. Один поселился в Мусаите, один поселился в Говоносах, и один поселился в Бадыке Русской. Почему? Потому что так распределили земли им, наделили им земли. И вот так вот оттуда уже пошло это семейство. И много земель им давали. Ну, дед, прадед мой был этим, денщик российской армии. Уже дед мой, дед Легор, был уже этим, тоже
младший офицерский состав. Ему наделили 12 лотов земли. А дед Легор, он занимался земледелием, в основном земледелием. И был дед у меня вот так, по разговорам, был высокий, здоровый мужик. Он мог в упряжку запрягаться с валом и тянуть плуг. Потому что времена были тяжелые. И тянуть плуг надо было или две коровы, или два быка. Корова в запуске, а бык есть. Надо второго человека вербовать. Вот отец в возрасте, мой отец в возрасте 5-6 лет за плугом, а дед вермо. И так шла жизнь. Всъщност руснаци и украинцы се смятат за основатели на село Будей. Но во вкрая на 20 век во селото имаше 14 националностей, включително чуваши, удмурти, роми, немцы, евреи и поляци. Во връзка с това колхозът е преименуван на колхоз «Дружба». От тогава село Будей се счита за многонационално и тази характеристика на селото се цени от жителите и до днес. В село Будей се проведе тази година фестивалът на националните култури и традиции «Приятелство без граници» с участието на съседните села, всяко от което представи културата на отделен народ. 5 села и 5 национални чифлици бяха разположени на централния площад пред Дома на културата. С музика, песни и госби те поздравиха делегацията, състояща от кметове, местен свещеник и гости от районното управление на град Тараклия. Мы представляем коммуну Салче. Наша коммуна состоит из 3 сел. Мы самая маленькая коммуна в Тараклийском районе. Мы сегодня представляем русскую культуру. Дело в том, что в нашем населенном пункте очень много национальностей. И болгары, и гагаузы, и украинцы, и русские. В нашем населенном пункте мы между собой в основном общаемся на русском языке. Также мы часто ходим в гости, гостей приглашаем. Вот нас сегодня пригласила коммуна Будей на праздник. Мы очень рады, мы себя здесь чувствуем очень комфортно, очень, душа радуется, что вот мы собрались на такой замечательный праздник, что вот так все хорошо оформлено и весело, все довольны, счастливы. Очень нравятся нам такие мероприятия. Это очень важно для Молдовы, потому что мы дети одной планеты. И нельзя строить границы между русским и молдаваном. Нельзя строить границы между молдаваном и гагаузом. Мы должны жить вместе, мы должны жить в мире. И должны что-то делать хорошее, доброе, чтобы мы могли оставить детям нашим это хорошее, доброе. Чтобы они это все созидали, впитывали, как говорят, с молоком матери, доброту и дружбу между народами. Между всеми, не обязательно только между русскими и молдаванами. Между Америкой, между Англией, между со всеми. Мы должны жить в мире для того, чтобы сохранить этот мир, чтобы не разрушить. Все это. Такова събитие означава много за едно малко населено място. Първо дава разнообразие на селския живот, привлича вниманието и създава нови приятелски връзки, а също така укрепва междуетническия мир. Цель нашего фестиваля – показать, что мы горды и стремимся хранить, беречь мир, дружбу, взаимопонимание. И я думаю, что наша цель сегодня имела место быть. Я благодарна всем, кто поддержал наше мероприятие, потому что именно в этом запале и видна настоящая дружба. И мы очень ценим то, что наши жители берегут обычаи и традиции предков. То есть для села это не первый опыт проводить такого рода фестиваль? Не первый. Мы имели опыт проведения фестиваля, но представляли на нем подворье самостоятельно. Каждая наша национальность представляла свое подворье. Сегодня эти подворья представляли наши соседи. И мы, как хозяева территории, отразили болгарское подворье. Одно из подворий было наше, болгарское. Добре дошли, скепі приятелі. Ві приветствую селу Будей. Заповідайте вам болгарську тукичче. Всяка вечір мила майку в пірім планіна. Всяка вечір мила майку в родно то небе. Ось ще не залізли майку
из грябок майку, али не звезды. Още не залезли майку слынчи вилычи, там из грябок майку, али не звезды. Знаешь, что съело много живет в Болгарии, и не решими да подражим болгарската культура. У нас наши жительницы, всички не помогна за наш фестиваль. Не приготовя много вкусно едини. Тяйните работи, ручните не представя много има и пешкири, и выбити дивандеци, казват на нас по-български. Доброго дня, шановні гості! Доброго дня! Ми пропонуємо вам прийти до нас в наше подвір'я мусаїцьких українців. У нас є і подвір'я, у нас є і хата українська, тому ласкаво просимо. Зелене є жито зелене, хороші є гості у мене. Зелене є жито, жінці жнуть, хороші є гості в хату йдуть. Зелене є жито, жінці жнуть. Хорошие гости в хату идут. Мы представляем украинское подворье, украинскую кухню. У нас предоставлен украинский двор, украинская хата и также стол с разными украинскими угощениями. Главное блюдо украинцев. Мы сегодня предоставили кухню мусаицких украинцев, так как украинская культура, она очень богатая, и в разных областях Украины разные блюда предоставлены. Мы сегодня представили блюда мусаицких украинских. Это у нас блины горячие, голубцы с виноградными листьями, с капустными листьями, также вареники, тоже преимущественно украинское блюдо, запеченная картошечка, которая у нас традиционно подается перед Рождеством, за день до Рождества, это Святовечеря у нас называется, это еще постный день, поэтому подают вареники с капустой, с картошкой, вот эту картошечку запеченную. Украинская культура предоставлена так, как нашему селу через несколько лет исполнится 500 лет. Заселялись в наше село переселенцы из разных областей Украины. Поэтому в нашем селе более 70% так и осталось украинцев. Добро пожаловать к нам. Сегодня здесь, на этом фестивале, мы представляем традиции, культуру, кухню гагаузов. Гагаузы, очень много еще пятен в истории гагаузов, от кого они произошли. Но гагаузы – это единственный тюркоязычный народ, которые являются православными. Гагаузы – очень трудолюбивый, гостеприимный народ. Мы всегда рады, очень рады гостям. Но наши гагаузы умеют не только работать, вкусно готовить, но и очень гостеприимные. Мы очень любим принимать у себя гостей. Ну, конечно же, и любим ходить в гости. Мы очень рады всегда всем гостям. Мы рады вас видеть у нас в селе. Приезжайте к нам. Мы всегда вас встретим и накормим досыта. Suntem la festivalul din satul Budei, unde suntem ca vecini și am venit să ne susținem reciproc în această frumoasă tradiție unde diferite naționalități se strâng grămadă și nu uită de neamul său care trăiesc în țara noastră Moldova. Noi reprezentăm Comuna Albăta de Jos, suntem toate trei secții de cultură unde reprezentăm tradițiile noastre moldovenești prin mâncarea tradițională, prin meșteșugul tradițional al nostru moldovenesc, prin țesăturile de la strămoșii și buneii noștri care le avem în colecție, fiecare conducător al casei de cultură au în colecția sa câte un obiect care reprezintă tradițiile noastre moldovenești.
un covor în stil tradițional, iar ceea ce ne reprezintă pe noi ca moldoveni este vița noastră de vie, strugurile nostru moldovenesc, care astăzi îl avem reprezentat aici la noi, la festivalul din Comuna Budei. Dumă, dumă în țara doinelor, dumă, dumă în țara florilor, dumă, dumă îmi zice inima, dumă, dumă în Moldova mea. Много мне приятно, что в наш район, в такими маленькими селах, как Будей, сопровождают такими масштабными мероприятия, не в численность по населению, а в значимость на тот фестиваль. За что тот маленький селу сбра и 5 национальностей, молдуване, гагаузи, былгари, и за това, аз считаю, что в наш многонационален район много хубаво да правим такиви манинки фестивали в каждое население пункт. Колкото и етнически смесена да е културата на село Буди, всяко събитие, било то сватба, кръщени или фестивал, винаги завършва с молдовската хора, която винаги създава празнично настроение и сплотява хората в кръг, независимо от език или възраст.